Один человек погиб в огне и еще один госпитализирован с ожогами в больницу. Таков итог пожара, который случился сегодня утром в одном из домов 72-го квартала. Загорелась квартира на 5-м этаже. К моменту прибытия пожарных из окон шел дым, огнеборцам пришлось проникать в горящее помещение через крышу, а также вскрывать металлическую дверь. Предположительная причина – это было неосторожное обращение с огнем, возможно, при курении, потому что характеризуется мужчина как употребляющий алкогольные напитки и курящий. Именно очаг возгорания – это была кровать. То есть и поэтому предполагаем пока, что это было неосторожное обращение с огнем при курении непосредственно. В октябре число пожаров, травмированных и погибших в огне людей заметно выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поэтому отдел надзорной деятельности вышел к администрации города с предложением установить на территории Ангарска особый противопожарный режим.